Приветствую вас на канале «Современные родители». Сегодня расскажу про увлажнитель воздуха Honeywell CSS10XE. Вашему вниманию главные характеристики и основные особенности модели. Буду рада вашей обратной связи. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Под обзором оставлю подборку ссылок на лучшие цены. Не забудьте поставить лайк и оставить свое мнение в комментариях. Климатический комплекс отлично зарекомендовал себя как очиститель и мойка воздуха. Однако, в отличие от традиционных моек воздуха, очистка мойка воздуха осуществляется естественным природным образом. Весь воздух полностью проходит через два фильтра и слой воды толщиной до 8 см. При этом пыль, мусор и микробы остаются на дне бака для воды. В традиционных мойках воздуха используются барабаны с мембранными дисками, и в процессе очистки воздух и вода просто смешиваются внутри прибора. Данный способ очистки морально устарел. Турбинный тип вентилятора климатического комплекса позволяет прокачивать гораздо больше объем воздуха через водную стену толщиной до 8 см, до 510 кубических метров воздуха в час. Воздух быстро очищается и заполняет окружающее пространство. Интенсивность очистки воздуха в 4-7 раз выше, чем в традиционных дисковых мойках. Мойка воздуха имеет два фильтра. Угольный задерживает крупные загрязнения, не требует замены, периодически необходимо промывать. Основной, ячеистый, задерживает крупные и мелкие загрязнения размером до 0,3 микрометров. Очистка происходит благодаря уникальной сотовой структуре фильтра и водной стене толщиной до 8 см. Фильтр рассчитан на 4,5-5 лет непрерывного 24 часа в сутки использования. Помимо всего прочего, в климатическом комплексе установлен достаточно эффективный, но при этом мягкий и безопасный ионизатор. Ионизатор воздуха в очистителе воздуха выполняет следующие функции. Насыщает воздух отрицательно заряженными ионами. Нейтрализует волновое воздействие бытовой техники на организм человека. Устраняет из воздуха и с поверхностей бактерии, грибки, плесень и прочую пагубную микрофлору. Является отличным охладителем воздуха природного типа, то есть полностью воспроизводит процесс очистки, охлаждения и увлажнения воздуха, происходящий в естественной среде. Функция охлаждения актуальна только летом, когда на улице достаточно жарко и сухо. Если же вы задействуете функцию Cool зимой или осенью, то прибор будет выполнять роль мойки и увлажнителя воздуха. При этом заметного охлаждения воздуха происходить не будет. Без включенной функции Cool прибор будет производить только обдув помещения. Иногда приборы данного типа называют кондиционер без воздуховода или мобильный кондиционер. Не требует никакого отвода воздуха в окно или монтажа, как традиционные кондиционеры. Также, в отличие от традиционных кондиционеров, в качестве охладителя используется обычная вода. Это не позволяет в жару добиваться экстремального искусственного охлаждения до заданных температур, а снизит воздух в пределах нескольких градусов, что с точки зрения врачей является наиболее оптимальным для дальнейшего нормального самочувствия человека. Ведь давно известно, что искусственное снижение температуры в помещении более чем на 5 градусов относительно температуры на улице ведет к ослаблению иммунитета, простудным и респираторно-вирусным заболеваниям. Увлажнитель воздуха идеально подходит для использования в условиях квартиры или небольшого загородного дома и рекомендуется людям с ослабленным иммунитетом, детям и людям преклонного возраста. Так, при быстром увлажнении до 60% одновременно происходит акваочистка воздуха. Скорость увлажнения воздуха быстрее в разы, чем в увлажнителях других торговых марок. Регулировать уровень интенсивность увлажнения можно путем переключения скоростей вентилятора. Прибор идеально подходит для очистки воздуха с увлажнением. Рекомендуется для небольших загородных домов, чтобы не рассыхалась мебель. Из реальных отзывов я выделила основные плюсы и минусы этой модели. Сначала о минусах. На любой скорости ощутимо слышно работу вентиляторов. Забивается пылью задняя стенка, ее съем и очистка неудобные. Увлажняет прибор только в режиме охлаждения. Ионизатор чем-то пахнет.
Теперь перейдем к плюсам. Хорошее увлажнение. Очень удобная заправка, большой бак. Можно использовать как полноценный вентилятор. Нет расходных материалов. Низкое потребление электроэнергии. Удобно чистить, при этом чистку можно делать нечасто. Дизайн на колесиках, пульт, таймер отключения. Благодарю, что досмотрели видео до конца. Теперь не забудьте поставить лайк. А чтобы мы смогли встретиться снова, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Жду ваш отклик в комментариях. Напоминаю, в описании оставлю ссылки, перейдя по которым вы сможете выбрать лучшую цену и сделать оптимальный выбор. До скорой встречи на канале «Современные родители».